сверкающий кубик спрятан в таинственной черной коробочке. Но могут ли волшебные глаза этой коробочки помочь волшебнику увидеть кубик сквозь его стену? У этой коробочки есть волшебные глаза, которые позволяют видеть сквозь священственные преграды. Сейчас я отвернусь, чтобы дать вам возможность выбрать один из шести цветов, представленных на шести гранях игрального кубика. Когда вы выберете этот цвет, положите игральный кубик в коробочку так, чтобы грань выбранного цвета была сверху. Договорились? Хорошо. Волшебные глаза этой коробочки дают мне возможность проникнуть в ее тайну. Я уже начинаю кое-что видеть, но контуры еще не совсем четкие. Чтобы лучше разглядеть внутренность коробочки, мне понадобится еще одна обязательная принадлежность – серебряный поднос. Возьмите, пожалуйста, этот поднос в руку и дайте его мне. Вот так. Теперь я поставлю эту волшебную коробочку на серебряный поднос. Этот второй глаз волшебный. Благодаря ему я могу видеть сквозь стенки коробочки. Magicam terra ferim mundum fantasy. Выбранный цвет – красный.